Дорогие друзья, всем привет! Я Владислав Буря, специалист по выбору лечебных курортов и санаториев. Продолжаю делать такие видео-ответы на часто задаваемые вопросы моих клиентов. На днях был звонок, точнее в субботу, был звонок от клиента, который долго выбирал отель на курорте Хивиз в Венгрии и спрашивал, как ему быть, потому что он прочитал, что в отелях, практически в каждом отеле есть термальные бассейны, и, в принципе, он считает, что нет никакого смысла выбирать отель близко к термальному озеру, а можно ходить в бассейн, в термальный, и получить тот же самый результат лечебный, потому что в озере термальная вода, в бассейне термальная вода, какая разница? На что я ему говорю, что ходить купаться на термальное озеро или ходить купаться в термальный бассейн — это примерно так, как если бы вы обрабатывали рану зеленкой или обрабатывали его каплей зеленки, растворенной в литре воды. Вот примерно то же самое. Потому что вода термальная в озере, она смешивается с грязью, с донными отложениями. Там в озере много источников, там около 10 источников на глубине. Если я не ошибаюсь, 9 холодных и 1 горячий. И там совершенно уникальная микрофлора. А в бассейне, конечно, повторить этого невозможно. Там просто обычная термальная вода, конечно, никакой там грязи нет. Поэтому эффект лечебный будет разный от того, будете ли вы купаться в термальном озере, проходить водные процедуры, либо просто посещать бассейн и сидеть в этом бассейне. Если собираетесь на курорт Хивиз, пожалуйста, не пренебрегайте этим правилам, рекомендациями врача о том, что на озеро нужно ходить. Обязательно в любое время года посещать озеро и проходить там водные процедуры. Вода там даже в самые сильные морозы не опускается ниже 22 градусов по Цельсию. Можно достаточно комфортно купаться даже зимой. Там построен бальнеокомплекс. Можно зайти в бальнеокомплекс, спокойно раздеться, там тепло. Купаться либо во внутренних купелях, либо через там такие раздвигающиеся шторки есть, выплыть в озеро на открытый воздух, под открытым небом, поплавать, заплыть обратно и как бы даже вытереться насухо и отдохнуть. А посещение термальных бассейнов, это само собой разумеется, вы можете там до завтрака его посетить или когда уже вечером отдыхаете в отеле. Это, так сказать, дополнительная такая терапия. Дорогие друзья, по всем вопросам, которые касаются выбора лечебных курортов или санаториев, заходите на сайт BookSpa-отель, в раздел «Контакты», звоните нам, пишите, ответим на любые вопросы. Хорошего дня!